Рустем Хамитов считает, что фонд «Урал» способен самостоятельно достроить мечеть на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. Такое заявление он сделал на инвестиционном форуме в Сочи. По словам главы региона, существующие проблемы с продолжением строительства возможно решить и без привлечения республиканских властей и бюджетных денег. Средства бюджета региона, как и внебюджетные деньги, уже распределены на несколько лет вперед. Они пойдут на строительство не менее важных объектов, заявил Рустем Хамитов. Напомню, представители фонда «Урал» обратились к главе региона с просьбой вмешаться в ход строительства мечети и включить ее в перечень 100 объектов, которые планируется построить к столетнему юбилею республики. Ранее мы сообщали, что у фонда «Урал» возникли разногласия с духовным управлением мусульман с заказчиком строительства. В «Урале» заявляют, что подрядчик без согласования направил деньги спонсора не на строительство мечети, а на выкуп участка для строительства жилого комплекса. Арбитражный суд рассмотрит дело уже 13 октября.